Приветики, это плохой парень в школе, и мы продолжаем здесь наводить свои порядки, зарабатывать деньги и зарабатывать репутацию у плохих парней, чтобы они нас признали. Это 7-й день в школе, и сегодня у нас самое первое задание просто очумительное. Нам нужно что-нибудь подорвать, чтобы к нам пришли в школу полицейские, и я должен этого полицейского заманить в рабочую зону, а именно в яму. Так, а чё я бегу? Где мой скейтборд? Да почему? Какой скейтборд? Джетпак? Кстати, очень много комментариев писали о том, чтобы я Халком полетал на джетпаке. Ребята, вы плохо смотрели прошлую серию. Я там летал Халком на джетпаке. Значит, вот сюда нам нужно уронить полицейского. Здесь нам нужно что-то подорвать, чтобы полицейский сюда прибежал. Так, как насчет кинуть туда динамит, а? Давай попробуем. Так, а динамита-то у меня нет. Полетели, короче, в магаз. Сейчас я по-быстренькому. Вот он, магаз. Сразу же у нас тут под боком Джокис. Братиш, мне нужен динамит. Куплю, пожалуй, пару штук. Вот так вот. Фейерверк на всякий пожарный. Вроде бы все. Ну, а теперь попробуем кинуть динамит прямо сюда. А может быть, не прямо сюда. Я даже не знаю. Ну, давай вначале сюда кинем в эту дырку. Опа. Так. Но полицейский не перешел. А, нет, едет, смотри. Копы на месте. Так, и он должен, по идее, прибежать сюда. Ждем. А чем мы будем его ждать? Пойдем проверим. И полетели! Полетели! Взлетай! Что-то... Что-то джетпак у меня сломался. Твою ж налево, а? Так, бежим скорее туда. Возможно, копы уже прибежали. Так. Тут вот проход, значит, нам сюда. Копы, подождите! Копы? Вы вообще здесь? Взлетаем. Отлично, джетпак работает. Все ништяк. Копы, копы, копы. Проверим тачку. Она стоит там? Ты видишь тачку копа? Нет, я не вижу тачку копа. Ёкарный бабай! Он, видимо, уже все проверил и уехал. Ладушки, гадушки. Кинем еще один раз динамитик туда. Все, это последний. Оу, это было больно. Копы здесь, отлично. Полицай, ай, цвай, драй. Проверим, где эти копы едут. Полицейские, вы где? Так, это не те машины. Коп у нас вон туда подъехал, скорее всего, да? Вон она, его тачка. Значит, он бежит где-то здесь. Наблюдаем сверху за ним. Короче, я уже заколебался здесь летать в поисках полицейского. Нет его здесь. Пойдем еще купим динамита и подорвем, например, вот этот контейнер. Тогда есть вероятность, что полицейский придет и будет разведывать этот контейнер. В яму, понятное дело, не захотел лезть, поэтому он не прибыл на место подрыва. А, вон он, смотри, вон он, коп стоит-то. Вон таки. Я здесь. Иди сюда, беги. Беги сюда. Эй, я тут. Дядя. Дядя. Так, а что если сделать по-другому? Как насчет взять веревку? Берем веревку. О, я схватил полицейского. О, после такого меня должны посадить, ты знаешь сам куда. Так, 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 бежим, бежим, бежим. Если Магомед не идет к горе, значит гора идет к Магомеду. Нам нужно тебя скинуть вот сюда, прямо в это отверстие. Давай, падай. И я отпускаю тебя. Прощай, дядя полицейский. А как его отпустить? Подожди. Да все, хватит уже. Ладно, убирай веревку. Оу, полицейский упал туда прямо. Ух, это было больно. Прости, дядя полицай. Так, мне бы самому туда не шлепнуться. Все, полетели к пацанам. Минус один коп на районе. Пацаны, полицейские в яме. Ху-ху. Чё дальше? Выпить волшебный напиток и разломать... Что там было? А, и сломать 5 школьников. Вот это да. Так, пришло время Халка и время крушить. Крушить! Как насчет влететь в окно? Давай мы сейчас с тобой возьмем джетпак. Так. Где-то здесь лаборатория? Нет, не здесь. Прикинь, не здесь лаборатория. Химия, кабинет химии, ты где же? Где же кабинет? Во, кабинет химии, влетаем. Просто врываемся, как злодей истины. Хо-хо-хо. На своих технологиях. Вот она, пробирочка волшебная. Сейчас я ее выпью. Блин, да не ударь по ней, выпей. Красавец. Да, крушить. Ой-е. В окно, конечно, я не вылезу. Придется бежать так, через двери. Так, отошла. Ну-ка, ну-ка, вот этот меня всегда чел бесил. Пошел вон! Теперь валим. А то он меня сейчас поймает.
Халка могут поймать, ты не представляешь. Его просто могут... А, я застрял. Черт подери. Я все-таки его шлепнул, но он меня поймал. Миссия провальна. Вот это да. Даже Халка-школьника могут поймать зама директора. А также учителя и другие чуваки, которые следят за порядком в школе. Пацаны, здорово, я тут немножечко видоизменился, подкачался. Дайте мне заново задание, спасибо. Так, хотели джетпак, получайте джетпак. Халк на джетпаке, это мощно. Никогда еще в жизни Халк не летал на джетпаке, только на корабле. Так, ладно, приземляемся. И начинаем дубасить вот этого, конечно же. Вот так, пошел вон. Нефиг меня ловить. Засчитали этого чувака как школьника. Этот тоже у нас полетел. Больно было. Врываемся в школу. Просто бомбим. Бомбим окна. Бокс. Да блин, развернись ты. Вот так вот. Все, теперь бежим. Бежим. Как насчет достать биту Халку? А? Как ты на это смотришь? А, кстати, на кузнечик. Кузнечик. Ой-ё. Так, стой. Биту, давай мы биту достанем. Сейчас мы опробуем биту. Халк, насколько ты мощный с битой. Итак, шарик летит, и мы его отбиваем. Что-то не получилось. Да что такое-то? Присесть, может, надо? Да капец! Это неубиваемая девчонка. Одну бахнул. Вот, тоже получилось. Так, все. Энергетик у меня вышел из строя. Пришло время подкрепиться. Нужно еще 3 студентов помять. Так, а ну отошли от мусорки. Не стойте здесь. Как же прикольно их раскидывать, это просто класс. Ты тоже ушел с дороги. Все, кажется, вопрос решен. Зачем только непонятно было 5 учеников избивать в форме Халка. А ну-ка, ребятки. Вот эти чуваки дали мне это задание. Как насчет вас? А им вообще пофиг. Они как бетонные тут стоят. С ноги его, давай, с ноги. Как манекены тренировочные, слушай, стоят тут. Ладно, давай следующее задание. Что там нужно сделать? Зацепить взрослого к ракете. Взрослого к ракете. А кого он подразумевает под взрослым? Так, этого чувака мы ушатали, ладно, не страшно. Походу, стрелочки нам показывают, кого именно мы должны зацепить. Сейчас. Взрослый, и вы где? Вы где? В помещении, да? А, это, наверное, старшика. Взрослого имеется... А, нет, вначале нужно взять веревку, подожди. Указывать все на веревку. Веревка у нас есть. Взрослого. Наверное, все-таки учителя какого-нибудь. Да, вот, например, вот этого. Хорошо, берем, значит, веревку. Вот она. Иди сюда, пупсик. Пупсик. Да, я тебя зацеплю. Не получается что-то. Вот так вот получилось. Все, бежим. Нитро. Прыжок. Жух, этот чувак за мной затрилетает просто. Класс. Забавно это смотрится. Ракета у нас где-то здесь. Мне даже тачка не нужна. А, вон она, ракета. Мне даже тачка не нужна. А если я, кстати, сяду за руль вместе с веревкой? Блин. О, кстати, этот учитель даже не зол на меня. Он, видимо, не понял, что я это Халк. Ладно, еще раз. Иди сюда. Сейчас я сяду за тачку. Посмотрим. Садимся. А, нет, так не получится. Нужно привязать и потом садиться. Но это мы уже делали в самой первой серии, по-моему. Сейчас мы привяжем к ракете этого чувака. Интересно, смогу ли я отправить его в космос? А? Как ты думаешь? Так, привязываем, значит, к ракете. Вот так вот. Она полетела! Чувак улетел на ракете! Боже мой, первый... А куда она летит-то? Эй! Джетпак, быстрей. Куда? Прямо на школу, ё-моё. А, на стадион. Она на стадион приземлилась. И сразу же копы приехали. А есть еще одна ракета? Есть. Сейчас, подождите. Подождите. Я хочу это посмотреть еще раз. Во! Баскетболист! Мощный чувак. Сейчас мы его привяжем. Я хочу кое-что попробовать. Как насчет того, чтобы взять джетпак теперь? Ну-ка. Не прокатит так. Эх. Коп. Стоп. Надо валить. Коп, я тебя сейчас свяжу. Вот так вот, побежали. Сейчас ты будешь первым полицейским космонавтом. Итак, ты готов? Ну все, давай, поехали. Привязали. Теперь берем джетпак и полетели. Быстрее летим за ракетой. И смотрим, как она приземляется. Воу, я бы даже не совсем сказал, что она на стадион приземляется. Около него.
Ну, короче, ты все видел. Круто. А полицейский вот куда отлетел. О, божечки. Да, это больно. Кстати, мне нужны твои деньги. Так, иди сюда. Драка с полицейским. У меня здоровья совсем мало. Но я его сейчас ушатаю вот так вот. Бить детей нельзя, понял? Выкусил. Я собрал его бабки, но там что-то совсем копейки были. Ну и ладно. Пацаны, это мой мячик. Мячик надо забрать. Ай, сейчас подожди. Мой мячик, понятно? Ой, валим, валим. А давай массовую драку здесь устроим. Бейте тут друг друга ударяйте. Друг друга надо, чтобы они били. Бейте друг друга, вот так вот, вот так вот. Давайте, давайте, мочите. Мочите. Ой, сейчас в медпункт отправлюсь. Че, там даже никто драться друг с другом не начал. О, начали. Молодцы, красавчики. Красавчики, давайте. Так, ладно. Сейчас я сделаю по-другому. Как насчет динамита? Я сейчас буду падать. Вот так вот кидаем туда динамит. Бах! Сколько бабла вывалилось. Круто, вот это комбо было. Ну и, конечно же, копы приехали, черт возьми. Они сейчас будут меня искать. Бабки, 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 мне нужно переодеться. Ох, как тебя там перевернуло, да? Что-то живенький? Вроде живенький. Пацаны, мне нужны еще бабки. Что с тобой? Что с тобой произошло? Это ты тверкаешь, что ли, или как? Да, я не думал, что у тебя такая растяжка. Обалдеть. Директор, мне нужны твои деньги. Мне нужно переодеться. Лети в космос. Так, так, так. Он сейчас упадет. Главное, не на штыри. Отлично, не на штыри. Поехали. Директор, деньги нужны. Деньги. Ой-ой-ой, сейчас может нас поймать. Аккуратно, летим сюда. Как насчет фейерверка? Директор. Ой, коп прибежал. Один удар, и все, и мне кранты. Капец. Так, директор. Он живенький еще. Еще живенький. Быстро в тачку, в тачку, в тачку. Капец. А нет, может я не отдамся ему, а? Вот так вот сделаем. Пацаны, пацаны, ну что там, следующее задание какое? Давайте, рассказывайте. Взять хедмастера на руки, взлететь на джетпаке и сбросить его на башню. На какую башню? Вон на ту, что ли? Так, а хедмастер это кто? Это директор или нет? Так, директор, привет. Как у тебя со здоровьем? Сейчас проверим. На тебе в жопенцию. Пиу! О, вот это он улетел. А он бабки оставил, не? Как ты думаешь? Бабосики? О, стал. Сколько бабла? 99. Блин, мне чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватит. Кто-то упал, кажется, или нет? Или мне показалось? Директор, ты упал? Ты здесь? Кажется, директор где-то упал. Но я профуфукал этот момент. Кто такой хедмастер? Вот мне любопытно. Хедмастер, голова мастер. Может, это ботаник? А может, хедмастер это вот этот чувак? Давай попробуем взять его. И полетели со мной. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Не, пофиг, это не он. Пойдем за директором. Может быть, хедмастер это директор? Директор. Директор, я надеюсь, ты вернулся из медпункта после моего фейерверка. Вон он, идет директор, красава. Главное не снять с него штаны. Иди сюда. Берем директора. Ништяк. Ништяк. Получилось. Все вышло. Директор, тебя там ждет компаньон, так что скучно не должно быть. Да, вот он твой компаньон. Круги тут наворачивает. Сейчас тебя высажу. Опа, все, mission complete. Бежим отсюда, сваливаем. Директор похищен, теперь его никто не найдет. О-о-о-о. Пацаны, директор похищен. Все, мы его больше не увидим. Если он, конечно, не спустится оттуда. Я даже не знаю, как он оттуда может спуститься. Только если прыгнет. Но он переломает тогда все кости. Ладно, неважно, это уже не наш вопрос. Атаковать 5 ботаников при помощи своего лука. Что-то как-то мы смягчили задание. И как-то скученько уже совсем после того, как мы директора закинули на башню, да? Полицейского скинули в яму. Так, ладно, ботаники. Вот один ботаник. Чем же ботаники нам насолили? Они нам вообще-то списывать дают. По матише и по русскому. Так, один ботаник готов. Еще один вон там сидел, но он куда-то исчез. А, точно, я же его похитил. Так, ботаник, можно я на тебя отстреляюсь, а? Еще разок. Красава. Извини, братюль, но такое задание. Так что тебе придется одному тут вывозить за всех ботаников. Хопа. Еще два раза, братюнь, потерпи. И последний разочек. Сколько присосок у тебя на груди, а? Ты как корова теперь.
с выменем. И давай на жопу ему. Опа! Все, готовчик. Девчонок задел. Congratulations! Седьмой день подошел к концу. Так, значит, выходим в менюшечку, надо прикупить новый наряд. Ну-ка, 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 что мы купим себе? Пеннивайз, да, может быть, по фанатеям от Пеннивайза. Конечно, он не совсем похож на Пеннивайза, но костюмчик зачетный. Только чего башмаки стоят, такие здоровенные. Пинать будет удобно. Так, самурай нет, рок-н-ролл тоже нет. Рыцарский костюм, как ты думаешь, а? 120 баксов, самый дорогой костюм, по-моему. Ну-ка, что еще дороже есть? 120 еще вот этот вот. И джентльмен. Вот этот костюм давай купим. Тут есть очки. О, да, ты посмотри только на нас. Теперь мы вообще крутые. Пиши давай в комментариях, какой костюм лучше, этот или кожанка. И если что, в следующей серии я переоденусь. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайки и подписываться на канал, если ты еще этого не сделал. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.